фильм «Рено Готье». В ролях Николас Фонтейн, Британи Дриздл, Ник Уолкер, Мадлен Харви, Чип Чуипка, Ховард Розенштейн, Пол Зино, Райан Али, Кэмерон Геллер и другие. Автор сценария и режиссер Рено Готье. Я так сильно тебя хочу. Да, я вижу. Кто здесь? Тут никого, детка. Никого нет. Прошу, давай продолжим. Нет, я не могу, я слышала. Ничего. Я знаю, от чего у тебя крышу снесет. Давай, пошли. Ладно. Приберег это специально для тебя. Так чего же мы ждем? Какого черта? Пункт назначения. Аквапарк. Аквапарк Вэт Вэлли. Добро пожаловать, выпускники старшей школы Вэлли Хиллз. Эй, голубцы, я ж просил вас не убивать мне праздник своими печальными фейсами. Чувак, нам теперь пропускать выпускной, что ли? Ты гитару припер? Вот жесть. Это наша последняя тусня, я не буду слушать эту хрень. Вы зашквар ходячий, сечешь? Отдай гитару, Фил. Оу. Или что? Или ничего. Тебе обязательно быть таким мудилой? Ну-ка, повтори, Чип. Я Чат. Черт, что мы вам сделали? Да вы отстой. Давай, да, вшатай вточи ему, Фил. Вточи ему. Вточи ему. Вточи ему. Давай. Вточи ему. Давай, найди давай. Подходящего вточи соперника. Фил, отвали, чувак. Тут таких нет, малышка. Отпусти его, Фил. Или я расскажу всем про твой крошечный, вялый, коронавирусный член с бородавками. Вот черт. Он что, включен? Ого. Еще увидимся. Этот день настал. Выпускной в матери Вэлли Хиллз. Хайпанем по полной. Ладно, а теперь заткнитесь и слушайте. Комитет по организации выпускного, который возглавляю я,
Постарался сделать так, чтобы этот уикенд вы не забыли никогда. Идите сразу на горки или сначала заселитесь в комнаты. Но помните, на закате будет костер, и там будут петь Блейдс «Назад 80-е», мать их! Скучно. Напоминаю, выпускной здесь отмечают с 88-го года. Ради будущих выпускников, пожалуйста, не разнесите весь аквапарк. В эти выходные вежливость, контроль и ответственность – наше все. А теперь давайте отжигать по полной! Да! По-любому жахнулись. И это наша мега-сцена. Уж получше сцены в вашей школе. Фак, чувак, ты напугал. Просто встречаю гостей. Добро пожаловать в аквапарк Вэтвелли. Я Конрад Картер, и я тут за все отвечаю. В одно лицо? Сколько тебе лет, дед? Хочешь угадать, пацан? Слушайте, я надеюсь, вы сегодня не будете врубать всякое электронное дерьмо. Нет, мы сыграем хиты 80-х. Вам понравится. Серьезно? 80-х? Я был тут на открытии аквапарка в 84-м. Вот тогда здесь было круто. Жизнь кипела. Да? А я слышал другое. Тут же люди погибли. Убийство в Вэтвелли. Убийство? Да брось, просто несчастные случаи, а? Ясно. Значит, тут никто не умирал? Умереть и быть убитым – это не одно и то же, согласен? Да пофигу. Забудьте. Лично я кайфую. Это же лучший уикенд года. Короче, если вам что-то понадобится, маякните. Свет включается у аппаратной. Хорошо вам сегодня выступить. Только не паникуйте. С чего бы? Ну, иногда здесь все идет не по плану. Доброе утро, дамы! За последние 12 лет ежегодная мойка машин в аквапарке Вэтвелли стала традицией. Каждый год мы зарабатываем $1000 и отправляем двух выпускников в Европу. Кто хочет в Париж? Да! Какая грязная машина. Давайте ее отмоем, дамы. Где Киммерли? Томми, ты же должен быть на горках. Ты мне не босс, Ким. Хватит! Диана, присыла.
Не знаю и не хочу знать. Вали отсюда. Пошла ты. Ким, класс. Вау. Ты это сделал? Что? Школу закончил, идиот. А, ну да, спасибо. Все еще играешь? Ну да, играю. Очевидно же. А ты что тут делаешь? У вашей школы тут тоже вечеринка? Нет, я тут работаю. После ухода из Вэлли Хиллз я больше никуда не поступала. Знаешь, учеба это не мое. Круто. Я рад тебя видеть. Я скучаю по... Почему? О, Томми, привет. Это Джош, мой старый друг со школы. Томми, я тут менеджер. Вот это успех. Пошли поедим. Чувак, тёлка просто секс. Заткнись, Лим. Я тоже есть хочу. А вы? А? Привет, Майкл, это я, твой сын. Помнишь, что у меня сегодня выпускной? Если хочешь, приходи в школу к часу. Или, если что, я на этих выходных буду в аквапарке в Этвелле. И еще мы с Блейдс выступаем сегодня вечером. Было бы круто, если бы ты заглянул. Хоть в рот! Ким, я закрываюсь. Двое мудил скатились с бутылкой. Что? Тебе пойдет. О. Ух. Вот это экспонат. Ого, горячая какая. Кто это? Присцилла Уилкинсон, выпускница Вэлли Хиллз 92-го. Так она твоя одноклассница? Закрой свой жопа-рот. Серьезно, Фил, сколько лет ты уже не можешь окончить школу? Он таких чисел не знает. Эй. Учителя тебя уже не защитят, упырь. Я втащу тебя в самый неожиданный момент. Как скажешь, милый. Тебе в ад отправить? Ну что за трэш? Я слышал, она выбирает одного парня каждый год. Парня? Для чего? Для фака. Чтобы потрахаться, тормоз. Ты что, совсем отупел? Она конечная. Конечная? Это про нее написано в том толчке? Да. Она — это конечная в марафоне девственности. Да ладно, ты все еще девственник? Я? Конечно, нет. Чувак. А девственники могут так? Алло? Привет, Майкл. Ты ведь очень хочешь меня увидеть? Тогда я заеду в 8. Да, отлично. Лады. Пока. Пока. Алло. Привет, это я. Привет, малыш. Чем занимаешься? Я почти закончил, хочу к тебе.
Так иди ко мне. Уже соскучился. Я знаю. Я сегодня задержусь, какой-то идиот раскроил себе череп. Тут все в крови. Заткнитесь там, я разговариваю. Извини, малыш. Ничего, я пока занят, детка. Я хочу быть с тобой. Я хочу, потерпи. Мне пора. Люблю своего малыша. Пока. Пока. А вот и я. Каждый грёбаный год одно и то же. Я в курсе, спасибо, доктор. Вы не могли бы увезти его отсюда? Я дам вам билеты в Этвелли. Брат, давай, возвращайся на горку. Сколько можно? Побыстрее, никак? Слушай, Пол, может, стоит откачать воду? Нет, нет, конечно нет. Не надо ничего откачивать, заканчивай уже. Веселей. Веселей. Эй, Томас! Просто Томми. Вам чего? А как тебя, Чет? Я Чет. У нас проблема с микшером и динамиками у сцены. Я занят. Попросите Конрада. Он сказал, ты поможешь. Он с нарушителями разбирается. Нам нужно проверить звук. Прямо сейчас. Давай, чувак, выручай. У вас 5 минут, засранцы. Встретимся в офисе. Джош, Томми убьет нас, если увидит. А если я убью его первым? Я так скучал. Идем, пошли. Мне жаль, что так вышло. Ты не виновата. Ты же понимаешь. Но я тебя отпугнула. Ты и сам все знаешь. Боже. Что ты в нем нашла? Я хочу быть с тобой. Наконец-то. А, на вид очень заурядно. Да, не стойте над душой. Спасибо. Уйдите. Что-то не так? Нет, просто... глаза. А, не будь такой брезгливой, не пропадать же иди. Надо ответить. Конечно. Да. Я сейчас ужинаю. Конечно. Хорошо. Позже. Меня здесь ждет 35-летний лобстер. Твой муж не подозревает, какое сокровище находится рядом с ним. Зато... я знаю. Да пусть они все потонут. Грёбаный выпускной. Работать в 2 смены из-за этих мудил. Тебе же платят за переработку. Не твое дело, старик. Эй, Томми. А где твоя Ким? Я всегда знаю, где она. Я не сомневаюсь.
У меня есть комната. Не на такое воссоединение я рассчитывал. Томми будет искать нас там. И вообще, мне тут нравится. Жутковато. Я скучал по тебе. А ты? И почему мы расстались? Ким, не знаю. Уже не важно. Случится что-то классное. Я чувствую. Сегодня что-то будет. Я нашла. И что же случится? Я не знаю. Посмотри на них. Лучшие годы. Я скучаю по тем временам. Они же мои ровесники. Да? Давай. Не забудь. Смотрите, что у меня. Но вам придется это поискать. Ну что, обдолбанные, синие и озабоченные выпускники 2018. Прежде чем вы пойдете на костер, зацените мой сюрприз. Ого, мистер Уилкинсон. Увидимся. Ему пипец, по-любому. Скоро приколимся, вот увидишь. Ну, давай. Пришел. Ты катался с теми психами? Да не, я специально намочил. Прическа в стиле 80-х. Круто же? Чувак, ты с ней был? Этот Томми тебя закопает. Твою ж мать. Он не узнает. Да, Слим? А то. Ну что, парочки и зашкварные неудачники, встречайте Блейд, назад Матик 80-е! I can't do.
Чё, мать твою? Лежать! Ну что, уроды, кто еще? Томми, что ты делаешь? Он же мелкий! Хватит! Ну все, ты уволен, убирайся! Вы все сдохнете! Черт! Нет! Вставай! Что у вас тут за фигня? Слушай, я ведь на эту хрень не подписывался. Это твоя вечеринка, так что следи за ними сама, детка. У меня на эту ночь планы. Конечно. Все ясно. Рис, детка. Гори в аду. Что? Да в чем проблема? Успокойся. Ты что, хочешь испортить вечер? Пошел ты, Пол! Пошли вы все! Мне очень жаль. Правда жаль. Я могу как-то помочь? Больно? Нет. Вижу. Веселый вечерок. Скажи, о чем вы оба думали? Может, о сексе в душе? Ты забыл правила? Если у девушки съехавший парень, то не стоит с ней трахаться. Я бы его сделал. Он из тебя все дерьмо выбил. Привет, Чес. Я Чат. Чувак, я тебя провожу. Да не, можешь идти. До скорого. Точно? Да. Нам не о чем говорить. Извини. Я не мог смотреть, как какой-то гопник тебя лупит. Да ладно. Поэтому ты слился в кусты. Класс. Хватит. Стоит мне одного из этих быдланов хоть пальцем тронуть, и все. Сразу в суд. Ты же знаешь, как дорого это обходится. Опять ты про свои деньги. О, Джош, как ты заколебал. Запомни, все всегда на мои деньги. Для меня нет. Ты как? А ты без глаз? Я просто пытаюсь быть... Быть отцом, но не выходит. Зачем ты вообще пришел? Я получил твое сообщение. Хотел увидеть ваше выступление. Что за шляпа? Тебе здесь нравится? Да, а что? Могу подарить. И аквапарк станет твоим. Пошел ты! Ты не купишь меня, как всех остальных! Я уже веду переговоры. Этот полудурок Уилкинсон еще глупее, чем кажется, а жена его... сдобная особа. Любопытные гады. Мы закончили? Езжай домой, Майкл, ты мне не нужен. Руки убрал! Пол, что-то происходит. Ты под кайфом, детка. Забудь уже о Пресцилле. Она просто завидует, что моя подружка моложе и сексуальнее, чем ее пацан. Ты продаешь аквапарк? М? Нет. Зачем? Господи, ты мне врешь? Ты очень хреновый врун, Пол. Нет, я крутой врун, по чесноку. Да и зачем мне продавать аквапарк? Я мог бы неплохо навариться, если бы он сгорел, например. Ты продаешь аквапарк, не сказав мне? Черт, вот так, да? Об этом ты говорил в фургоне? Хватит, не сказав тебе. Ты даже не в доле. Мы же только познакомились. Я не продаю аквапарк, это все, что у меня есть. Только познакомились? Мы встречаемся каждую неделю уже 3 чертовых месяца, жопник! Стоп, остынь, сядь и выпей, а то тебя уже понесло. Ну и отлично, нажрался до блевоты, чтоб ты ей захлебнулся. Прости, мы же можем пожениться. Какого хрена? О. Черт. Иду. Привет. Ты же друг Джоша, да? Чап? Ха. Вот это память. Мы из одной школы.
Я стараюсь не вспоминать о школе после того случая. Ну да. Я уже и забыл. Рад, что ты еще здесь. А где Джош? Я думал, он с тобой. Эй. Черт. Слава богу, я нашел тебя. Что происходит? Ничего, я везде тебя искала. А я тебя. Я боялся, что он тебя изобьет. Я бы его убил. А что с твоим отцом? Что он вообще тут забыл? Ему что-то нужно, но я не знаю, что и зачем. Ребята, новые психи. Так, слушайте. Может, не здесь? Пошли. Идем. Прогуляемся. Что за фигня? Эй, ты что делаешь? Это не смешно. Прекрати! Крыша поехала! Ладно, ладно, скажи, что тебе нужно. Все, что угодно. Я дам тебе все, что захочешь. Скажи, что? Что ты хочешь? Не знаю, почему ты не отвечаешь, но клянусь, если ты трахаешься с этим... Прости, крошка, я просто... Не знаю, что на меня нашло. Давай поговорим. Пожалуйста, перезвони. Перезвони мне. Ким, давай просто поговорим. Проснись и пой, милый. Ты что делаешь? Пошел вон из моей тачки. Знаешь, ты сам себе вредишь, Томми. Ты что, психиатр? Она не любит тебя. Отпусти ее. Ты что ты вообще знаешь? Забудь ее. Она тебя только отвлекает. Все нормально. Просто гребаные школьники. Не в них проблема. Ты несешь какую-то чушь. Разве? Ну ты и мудень. Не я мудень. Вышел из машины. Хочу побыть один. Да ты и так один, Томми. Хорошего денька.
Мам, мне больно. Я заплатила за весь день, значит, будем тут весь день. Мам, ну Бинджи промокнет. Держи. Замотай ногу. Иди, прокатись с горки. Чем больше раз прокатишься, тем выгоднее. Иди. Мам, смотри! Присцилла? Не хочу с тобой говорить! Перестань. Где ты хоть ночевала? Я скучал. Ты скучал? А не поздновато, Пол. Люди заботятся о тех, по кому скучают. Я тебя люблю. Между нами все, засранец. Я занята. Привет. Ну что, вы готовы продуть нам по полной? Мне нужны деньги. Мечтай, где твоя команда? Тебя и твоих Блейдсу делают вчистую. Все верно, крошка. Можно пристроиться к твоей горячей попке? Нет уж, ты слишком тяжелый. Больше массы, выше скорость. Йо, гуляй. Кстати, для скорости. Отвали. Вам же хуже. Ну и нахлебаетесь вы сегодня. Ненавижу этих пацанов. До смерти. Да уж. Спасибо, что дала второй шанс. Вчера я нажрался в дрова. Да, это я видела. Я Слим, кстати. Слим. Очень приятно. Да ты чё, издеваешься? Любишь смотреть, Куколт? Эй, лошара, вали, пока можешь. Сорян, мужик. Исчезни, я сказал, быстро. Ты что творишь? Я буду делать, что хочу, Пол. Иди и поплачь со своей малолетки. Я больше тебя не люблю. Да что ты? А зачем шпионишь за мной? Шпионю? С чего ты взяла? Я не могу найти Брэда и Синди, они пропали. Мне нужны мои сотрудники. Ты такой тупой. Они же не идиоты, Пол. Наверняка они свалили отсюда, подальше от тебя. И я следующая. Спасибо, что помогла. Кстати, что там у тебя с этим деловым типом? А вот это не твое дело. Он связался со мной. Ну ты красавчик. Слушай, заканчивай свои потрохушки с этим мелким. Надень штаны и, пожалуйста, начинай работать. Ты тут не на отдыхе. Неудачник. Шлюха.
чувак. Кокс будешь? Это мыло, мэм. 50 баксов. Осталось 2. Нет? Пошел ты. О, привет, детка. Дорожку? А чё нет? 3, 2, 1. Спасибо. Хорошо пошло. Ну что, позже тогда повторим? Ага. Лады. Ну что, сучки, где там моя команда? Да! Ну что, Вэлли Хиллз, как настроение? Ну-ка, пошумите. Вас не слышно. Отлично. Итак, готовы сыграть в морскую змейку? Вы готовы к игре? Хорошо. Отлично, тогда регистрируйтесь. Подходите сюда. Эй, тормоз. А мы подготовились. Показать, что ты упустил. Ну, давайте, покажите. И все, вам бы есть поменьше. Чего ржете, импотенты? Можете лучше? Еще бы. Неплохо, парни, но оставьте силы для горок, ладно? Никто не видел Брэда и Синди? Никто? Хоть кто-нибудь их видел? Никто не видел гребаных спасателей, не тормози. О, наш Курт Кобейн на минималках. Зачетный фингал. Увижу тут твоего басиста башку и моторку. Опа, не порвется? Встречайте команду Блейдс. Вы в следующем заезде. Да начнется шоу, ребятки. Слушай, Ким, присоединяйся к нам. Я не могу, я на работе. Хотите, я к вам? Я же один. Будешь со мной? Джош, наконец-то! Ты Слима видел? Нет, но не знаю, как развидеть это. А что за трусы? Надевай, и 500 баксов наши. Что? Хочешь, чтобы меня опять побили? Ты что, обкурился? Давай, эти плавки, как у олимпийцев, быстрые, как трах. Внимание! Все записавшиеся команды поднимаются наверх. Что ты здесь делаешь? Ты же уволен. Я пришел не как подчиненный, сучка. Я здесь как посетитель. И я хочу участвовать. Я должен. Участвуют только выпускники. И где это написано? Если не уйдешь, я вызову копов. Так, хватит. Никто не будет звонить копам. Расслабьтесь. Тебе конец. Скорее тебе. Тебе тут не рады. Сам вали из парка. Миссис Уилкинсон, а где Слим? Я Присцилла. И я его давно не видела, но скажи ему, что было здорово. Да ладно. Быть не может. Ему фартануло. Давай, Прис. Прис, пора начинать. Как ты все продумал, Пол? Ты, я, вдвоем там. Молодец. Ким, ты за главную. Пофиг на него. Ты нам нужна. Погнали. Думаю, лучше не надо. Он прав. Давайте покажем им. Вот так. Да, будет жарко. Thank you.
и забыл, как тут высоко. Обойдемся без светских бесед. Кататься нельзя! Мы всех порвем, да, по-любому. Да. Пропустите, кататься нельзя. Вы слышите? Мы же сказали, исчезни навсегда, оконченный. Не волнуйся, я с тобой. Кататься нельзя, пустите. Спасибо. Дайте пройти. Пока что с тебя хватит. Можно все отменить. Этот чувак псих. Ты под кайфом? Конечно. Не ходите туда. Свали! Не ходите! Да заткнись ты! Чувак! Черт, пошли. Дамы и братаны, поскольку наши смотрители Брэд и Синди куда-то пропали, мы с моей женой Присциллой решили забыть о наших разногласиях и провести ваше любимое мероприятие. Нам плевать. Позвольте напомнить вам правила. Команды из трех человек съезжают с трех одинаковых горок. Это гонка на время. Самая быстрая команда получает $500. Но помните... Это морская змейка, так что вы должны держаться за напарников. На горках не расставляйте широко руки и ноги. За намеренное приближение к краю желоба дисквалификация. И сегодня наш прекрасный Конрад решил тряхнуть стариной и согласился подстраховать участников внизу. Ну что, ребята, вы готовы? Отлично. Тогда я с радостью объявляю 15-е ежегодное соревнование «Морская змейка» открытым. Да! Удачи всем любителям влажности в Этвилли Рулета! Эй! Погнали! Девчонки, поедем с этой горки? Хотя, лучше с этой, будет быстрее. Мне кажется, вон та короче, Элис. Ясно. Уступаем ее им. Эй, Элис, давай полегче. Помни, кто босс. Заткнись, Пол, могли бы уже два раза съехать. Девчонки. Так, Блейдс, выстраивайтесь вот здесь. Эй. А где ваш басист? Я не знаю. Так, Эмма, Готы или как вас там, мать вашу, постройтесь, пожалуйста, вон там, пока не убились. Ким, ты что здесь делаешь? Я вернусь к работе сразу после спуска. Хочу выручить ребят. Конрад, мы готовы начинать. Что там у тебя? Все хорошо, сеньорита. Всем удачи! Ну что, стартуем. 3, 2, 1. Поехали. Стойте, стойте! В горке дыра! Смотрите, что я нашел! Смотрите! Томми, что с тобой? Иди к своей команде. Не нужна мне команда! Отменяйте все! Это опасно! Да, все в ужасе. Ребята, займите свои места. Кимберли, не делай этого. Хватит меня контролировать. Чувак, отвали от нее. Пол, послушай меня. Эти люди погибнут. Слушай, успокойся. Ты говоришь, как Конрад. Случится полный пипец! Уйди с площадки. Вы не понимаете? Прошло ровно 35 лет. 35 лет после чего? Убийств. Да в жопу вас, дайте нам уже съехать. Ну же. Не надо! Ребята, вы следующие. Не слушайте этого психа. Вы пожалеете. Вот увидите. Я хочу к вам в команду. Возьмете, красотки? Как тебя зовут? Уходите отсюда. Не съезжайте. Как ты достал. Нет! А, черт! Yeah!
Конрад, как там внизу? Красотка, проблем нет. Потому что все контролирует большой спец Конрад. Мужчина, у которого все большое. У нас еще три команды. Скажешь, когда можно? Кошмар. Что это? В чем дело? О, боже! О, боже! Конрад, мы пускаем следующих. Конрад! Не может быть! Везите полицию, кто-нибудь! Бежим скорее! Конрад, ответь! Конрад, можно пускать следующих? Это снова случилось. Господи, боже мой! Здесь повсюду кровь. Приезжайте срочно! Не пускайте никого! Отменяйте все! О, нет. Нет, нет. Слишком высоко. Я не пойду. Давай поучаствуем, Пол. Как соперники. Нет, лучше останемся здесь. Съедем разок и сразу вернемся. Давай, почему нет? Люди ждут, Пол. Пошли уже. Ладно, если ты так хочешь. Погнали, мать твою! Привет, мамасита. Я Большой Фил. О, и правда большой. Мальчики, все готовы? 500 баксов!
Веселого спуска тебе и твоим шлюшкам. Держись! Держись! Что, мать твою, происходит? Я попробую тебя вытащить! Внизу трупы! Черт! Там что-то в туннеле! Эй, барабанщик, выключи воду. Чак, ты слышишь? Я Чат! Ким, вон там, перекрой воду. Я больше не могу держаться. Вытащи меня. Попытайся подняться к краю. Я упаду и умру. Подпрыгни. Не могу. Можешь, я тебя держу. Давай. Скажи своему отцу, пусть сгорит в аду. Мне конец, парень. Нет! Слышите? Нет, не надо, не съезжайте, нет, назад! Эй, эй! Почему? Эй. Мы уже 20 минут ждем. Какого черта? Нет, нет, там настоящая мясорубка, нет! Чувак, ты гонишь, сходи к врачу. Нет, стой! Нет, нет! Чума! Стойте! Не съезжайте! Это опасно! Стойте! Нет! Нет! Эй! Нет! Что вы делаете? Эй! Эй! Загадочная история повторяется в парке развлечений Вэт-Вэлли. Подтверждена гибель 9 человек. Почему? Этим вопросом сейчас задаются все. Власти раскрыли ужасные подробности трагедии, унесшей жизни нескольких выпускников Вэлли-Хиллз. И там же, в аквапарке Вэт-Вэлли, у Майкла Рэндалла случился нервный срыв. Джошуа. Вы должны понимать, что ваш отец оставил вам все свое состояние. О, Боже. Но прежде чем средства будут переведены, вы должны подтвердить одну сделку с недвижимостью. Ваш отец не успел это сделать. Его компания, то есть ваша компания, собирается строить торговый центр на месте аквапарка Вэт-Вэлли. Сумма внушительная.
Мне очень жаль. Ты не виноват. Не забывай об этом, ладно? Еще поехала. Ладно, ладно. Скажи, что тебе нужно. Все, что угодно. Я дам тебе все, что захочешь. Скажи, что? Что ты хочешь?